впервые за долгое время я захожу в магазин, когда у меня всего лишь, по-моему, 500 рублей. Взяла пацану санки! Ну просто солнце светит, на самом деле, красиво, и мне хочется вот так в лучах. Дальше майонез, кетчуп, все это перемешать. Да все, не буду ничего делать. Привет, мои крошки! Я сегодня такая красивая, потому что я снимала видео, и сегодня я наснимала столько видео, столько всяких у меня приколюх и новинок, и я вообще счастлива. Я вообще рада, когда я привожу себя в порядок и снимаю красивые видео, и вообще их снимаю, и потом монтирую, и, короче, я вся в предвкушении. Сейчас еду, кстати, за посылочками, кое-какие там пришли мне, и собираюсь, думаю, взять вас с собой, может, что-нибудь будет. Кстати, хотела вам напомнить о ирригаторе. Меня спрашивали окончательный отзыв, и, кстати, многие подписчицы, кто уже приобрел такую вещь, особенно у кого брекеты, очень меня благодарили, говорили спасибо. Напомню, это ирригатор, который чистит между зубками пищу очень хорошо, при этом делает массаж вообще замечательно и справляется даже намного лучше, чем зубная нить порой. Так что я очень рада, что у меня появилась такая вещь. Я еще раз ссылочку оставлю под видео для тех, кто спрашивал. Я довольна и продолжаю пользоваться. Доброе утро, мои крошки! Кстати, утро хочу, знаете, с чего начать? Вы меня частенько спрашиваете, вот когда я в прямые эфиры включаю, вы меня частенько спрашиваете. Селена, кого ты смотришь из блогеров? Вот, кстати, нашла интересный канал про моду, про стиль. Я же все хочу привести свой стиль в порядок. И вообще, ну, канал он не такой прям, знаете, прям... Почему именно этот канал я выбрала? Именно потому, что там нет такого, знаете, вот чисто вот как обычно делают, снимают, все так супер, знаете, как бездушно, что ли, кажется. А вот в этом канале присутствует душа. И не одна душа, а целых две. Там две девочки, два профессионала. И они прям вот, ну, снимают в таком режиме классном и вебинары, и влоги, и очень вообще вот так душевно, как будто это твои подружки, там, за чашечкой чая в кафешке где-то, да, там, в магазины вместе. И вот реально, как вы мне говорите, что я как с подружкой, так и я вот смотрю за ними, наблюдаю. И ощущение такое, что девчонки вообще очень простые, классные, с чувством юмора прикольным. И чувствую, что ты, ну, как бы с ними на одном уровне, что ли, да. Только они чуть больше знают тебя о стиле. И очень прикольно смотреть эти видео и прям как-то так... Не как правило, как будто ты какой-то учишь, а как будто в общении с какими-то родными и знакомыми тебе людьми ты получаешь информацию, которая оседает намного глубже. Ведут канал две девочки, Настя и Алина, они профессиональные стилисты, и у них разного формата видео есть. Есть шопинг за границей даже, да, что мне в последнее время очень даже актуально. Есть всякие битвы луков, там они между собой борются, у кого лучший лук. У них есть и люксовые луки разные, и есть и бюджетные из масс-маркета. Вот, кстати, я сейчас смотрю именно луки масс-маркета, чтобы вы понимали, в каком примерно виде все это проходит. Как у вас появилась своя школа? Это было 5 лет назад. Мы работали вместе. У Алины возникла идея насчет онлайн-обучения. Тогда онлайна еще не было ни у одной имидж-студии, ни у одного стилиста. Вот симпатичные девочки, видите, такая атмосфера, как будто реально с ними в кафе сейчас сижу. И вот этот канал могу порекомендовать, потому что реально здесь профессионалы и приятная атмосфера, и, в общем, и полезно, и приятно. В общем, все как я люблю. У них, кстати, есть очень много роликов о трендах, об антитрендах. Но что мне больше всего нравится, что они не заточены, знаете, прям вот так вот, прям модой и все только по трендам, или вот антитренды не носить. Они все равно нацелены на то, чтобы девушка нашла свою индивидуальность и нашла свой стиль, что это очень важно. И когда она найдет себя, можно сказать, да, в одежде, то тогда... Они учат, да, вот так вот умело распоряжаться этими всякими трендами и модностями в нашем мире. То есть это не главное, быть прям супермодной, да. Главное найти свой стиль, найти себя. Вот этим они мне очень нравятся. Я ссылку на их канал оставлю под видео. Кому интересно, заходите обязательно. Мне кажется, что вам понравится и атмосфера, и девочки. Будете наслаждаться, как и я, с пользой.
Доброе утро, мои девочки, мои красоточки. На улице супер пасмурно. А я, как помните, вернулась, и у меня были просроченные права. И у меня была не поменена резина, но резину мы уже поменяли с братом сразу же на следующий день, очень быстро. Везде очереди, везде запись, но нам удалось попасть. И сейчас я иду менять права. Я на госуслугах, подтверждена. Там все очень быстро, заплатила все, 1400 всего заплатила со скидкой 30%. Сразу выбрала себе день и время на следующий день, вот в 11 часов. Сейчас я еду по адресу, посмотрим, насколько это все быстро произойдет. Справку уже до этого я сделала, медкомиссию обошла. Ну и все. Справка, права и паспорт. Вроде бы по времени прихожу и получаю сейчас за 1.5 часа. Посмотрим. Ну что, мои хорошие, я получила розовенькие новые права. Ой, ну нет, любимый. Как всегда. Алло. И все очень просто. Первым делом вы идете, сдаете медкомиссию, проходите, берете справку. Потом вы регистрируетесь на госуслугах, если хотите, и оплачиваете на 600 рублей меньше. А потом идете по времени и все равно стоите где-то час там, ну час где-то мы, да, прождали, 40 минут, час. Ну зато потом, та-да-дам, права. В очень сложных условиях я вам снимаю, взяла пацану санки. Давно собирались, сейчас санки такие с ручкой. Короче, холодно, нос подтаяло чуть-чуть, но в садик все-таки его возить на санках, наверное, можно было бы. Она приходила кучу посылок уже. Раз, два, три, четыре, пять. Пять посылок пришло. Но я потихоньку собираю, так как у меня посылки с Алиэкспресс и с Джум. Еще больше посылок я заказала, всяких приколюх интересных, так что... Кто любит такие вот эксперименты, причем я заказываю все что-нибудь такое недорогое, чтобы оно было крутое и недорогое, что с Алиэкспресс, что с Джум. Поэтому, если вам такие видосы интересны, они скоро будут, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы меня не потерять. А то, знаете, я могу на просторах интернета потеряться. Впервые за долгое время я захожу в магазин, когда у меня всего лишь, по-моему, 500 рублей в общей сложности денег, а мне сразу все хочется. Сейчас посмотрим, что я смогу себе набрать на 500 рублей. Короче, набрала обязательно это хлеб, бананы, малому, конечно же, там пару кашек и йогурт. Это то, что нужно было брать обязательно. Йогурт и творожки. Ну, конечно же, я увидела пельмени, захотела пельмени. Потом я вспомнила, что нет сыра. Потом майонеза. Потом вот какие-то новые Даниссимо. Я решила попробовать вот это и еще одна. Еще я очень люблю такие сырки. Короче, я всего набрала, поняла, что больше 500 рублей колечки творожные. А потом посмотрела баланс, у меня, кажется, 1000 рублей. Я так обрадовалась и на радостях взяла себе еще чипсы, крабы. Мне очень нравится. Все, пошла. Короче, думала, я такая ловкая, в общем-то, на 500 рублей что-то наберу или на 1000 наберу. У меня просто денежка еще есть, но она как бы такая, НЗ лежит, там вот определенная сумма. Я туда не залазю, все, я не хочу, там круглая сумма, не хочу разбивать. И в итоге у меня получается, что на счетах, ну вот нет денег нигде просто, уже и наличные все потратила. И на счетах я вообще ненавижу эту ситуацию, но просто мне не хотелось разбивать этот НЗ. И получается так, что я набрала и не попала даже на 1000. Не то, что на 1000, у меня, оказывается, я не туда посмотрела, у меня не 1000 рублей было, а 600 рублей. А я набрала, хотя я думала, что я где-то на 600 рублей набрала. Оказалось, что я на 1011 набрала. У меня не попадает в те деньги, которые я думала, что у меня 1039, а у меня, оказывается, там 600 рублей. У меня недостаточно средств, типа, до свидос. А я такая, я говорю, как, ну, делайте отмену, говорю, я сейчас, ну, короче, пойду тогда обратно в магазин, думаю, что делать. Она... Я не могу так просто, мне надо каждый продукт, типа, отменять.
И, короче, очередь собралась, я такая стою, я уже понимаю, что надо в НЗ залезть, разбить, чтобы просто быстро расплатиться. А мне нужно сделать перевод с карты, не с карты на карту, а между счетами. И в итоге у них не ловит там внутри, очередь где-то стоит, я выхожу на улицу, оно там через раз ловит, я 20 тысяч раз одно и то же делаю операцию. Холодно, ветер, короче, вообще. Ой, мои ногти, кстати, да, не смотрите, я их уже, знаете, я их сама подготавливаю, мне чем их пилить. Я их так в течение дня отколупываю, отколупываю. Короче, хожу вот с таким ужасом. Сейчас приду домой и уже сегодня, наверное, начну заниматься ногтями. И вообще собой надо заняться. Короче. Короче, я набрала в итоге на 1011 рублей. Даже в 1000 не попала. И брала даже самое необходимое. Ну, трындец. Знала бы, что залезу в НЗ, я бы еще там что-нибудь взяла. Вот саночки уже устанавливаю. Тут, короче, все просто устанавливается. Тут такие штуки. В комплект тут уже. О. Сейчас закручу и поставлю внизу. Пусть они стоят. И еще вот такая палка. Сейчас соберу все и покажу. Вот наши саночки. За 1000 рублей всего лишь. Смотрите, колесики. Я нагинаю, и он едет. Вот у меня таких санок в детстве не было. Ручка. Ручка снимается. Взял, оставил дома, если не нужно. Спинка. Здесь крепление, а здесь, если что, впереди можно за веревочки. Вот такая фирма. У нас 1000 рублей стоят такие санки. Вот я даже такие на три части просто делю банан, он все равно его полностью в рот засовывает. Вот у нас синяк, это об косяк ударился, только с садика пришел. Вот Дэнь! Немножечко истерики, и Дэнь уже кусает бананчик. Кусай. Молодец. Ой, ты умничка, мальчик. Вот так, по чуть-чуточке надо кушать бананчик. Вот, молодец. Мой сладкий. Умничка. Так и надо. С легким паром, сына. С легким паром. Мы так закутались, да. Мне так нравится, как он выглядит в этом одеянии вообще. Кстати, мне холодно, я так закутался, все. Не тепло. Скажи что-нибудь. Скажи. Что, все, тебе жарко стало? Смотри, как тебе идет. Ой, ты сладкий, всем привет, да? А поцелуй воздушный, давай. Всех целуешь? Как... Ты как мама, всех целуешь? Да, скажи, я тоже добрый, хороший мальчик. Да? Ну все, маши пока. Пока, пока. И выключай сам, да? Вот сюда надо. Доброе утро. Пацан на санях. Как он вчера не хотел с них вставать вообще? Я в Инстаграм выложила. Закапризничал. Скажи, мама. Мама, тебе нравится? Как тебе на санях кататься? Лучше, чем на коляске, да? Только ручки замерзли чуть. Ты же не хочешь одевать перчатки? Давай попробуем перчатки одеть. А еще можно вот так, за ручку. Кандиль у нас вообще все заморозило. Лед кругом. Смотрите, какие украшения мне прислала одна из моих подписчиц. Она делает своими руками все это дело. Очень красиво. Техника своя какая-то. Вот такие украшения на шею. Еще в черном цвете. Вот так красиво упаковано все было. Я люблю, когда красиво все упаковано. Здесь у нас письмецо. Дорогой Селене. Еще одно украшение. Вот такое черное. Смотрите, какое плетение. Вот такое. Браслетик. И самое главное. Самое главное, это вот такой вот ободок с розовой короной, можно сказать. Я делала его на заказ. Хотела себе розовую корону. И я представляла просто, что будет вот ободок, да? Что он не так будет одеваться. Вот так, да?
А я представляла, что он как-то вот так будет одеваться. То есть вот. Вот так, да? Только вот это будет повернуто сюда сверху. И будет вот так вот оно сделано. Понятно, да? Вот. Но здесь как дизайнер увидел, так мы ему и доверяем. В целом очень красиво, мне нравится. Если кто-то любит украшения ручной работы и захочет себе что-то такое, или на подарок кому-то, на заказ также можно показать примеры какие-то. Ну, опять же говорю, обговаривайте все моменты до размера и как и что. То я ссылочку оставлю под видео на девушку, которая этим занимается, ручной работой, делает достаточно быстро все. Отправляет все четенько. Вот. Рекомендую к ней обратиться. Приехала в торговый центр. Да, решила одеть каблучки, что очень редко. Ой, здесь магазин есть в Рио, в торговом центре, детский магазин. Вообще очень кайфовый проект. Не только магазин. Так, за углом сказали. Туалет. Сейчас. Конечно, первым делом, вообще бы я еще покушала. А, вот, нашла. Не только магазин, но и проект такой, потому что они устраивают фотосессии, всякие розыгрыши. Кстати, скоро в Инстаграме, оставляю ссылку, у нас будет конкурс и детской одежды. И еще нашла один кайфовый шоу-рум, тоже в Инстаграме будет с ними розыгрыш. Так что добавляйтесь обязательно, будут кайфовые тапочки разыгрываться. Но мы пока навскидку придумали, что тапочки с ортопедической подошвой. Они такие мягенькие, такие пушистенькие, вообще такие крутые. Я там все брюки классные взяла. Вот. Так что Инстаграм не пропускайте. В общем, зашла в любимый магазин, взяла Дэнки там костюмчик, легенький такой, и теплый костюм взяла своему племяннику. Думаю, он будет очень рад, но я ему, на самом деле, я ему скинула, там было два костюма прикольных, я ему скинула, я говорю, выбирай. Они с мамой сразу выбрали темно-синий, яркий такой, я вам потом покажу. Ну, а своему пацану серенький такой костюмчик, тоже очень прикольный, стильный такая, необычная. Ну, я дома покажу уже. Вот. А сейчас я зашла в крошку картошку, то есть не в нее, а наверху здесь, где кушают все, и ем крошку картошку. В Инстаграме уже сказала, в сторис, еще раз тут вам скажу, потому что не все подписаны на меня в Инстаграм, а кто не подписан, подписывайтесь. Привлекаю, да, потому что там на самом деле, блин, столько всего интересного, а главное конкурс, то, что вы любите. Вот для любителей конкурсов у меня в Инстаграме они часто проходят. Ну так вот, крошку-картошку я впервые попробовала в Москве, когда только приехала, и что-то было похожее такое, знаете, типа, крошка-картошка, это какая-то большая картошка, огромная, запеченная, там разные начинки. Это мне моя подружка рассказывала, я ж побежала, я картофельная душа, вообще трындец. А еще всякие оливье туда положишь, ну типа, да, рыбу красную, то, что я люблю, ну и кушаешь, сидишь. Ну, кстати, потом, я не знаю, то ли ее хуже стали делать, то ли я зажралась, то ли что, но я постоянно ее не доедаю и ем уже не с тем энтузиазмом, что раньше. Не знаю, в чем я. Взяла кофеешку кантата. О. Хорошего настроения. Хорошее настроение в ваших руках. Ну, я полностью согласна. Не, ну еще иногда в руках людей, которые создают что-то прекрасное. Правда? Вот идешь ты идешь, а у тебя нет настроения. И вдруг раз ты увидел прекрасную вещь, которая продается. Ты думаешь, боже мой, спасибо вам, что вы это нашли, привезли, например. Все, надо выходить на улицу, там лужи, слякоть у нас, а я раздетая. Короче, люблю вообще вот так вот кайфовать. Взял кофейку, идешь, что-то, кайфуешь, солнышко у нас. Машинка моя там стоит. Греть. Мои покупочки. Видите, у меня шопинг-день. Шопинг-день у меня вот. Ну, просто солнце светит, на самом деле, красивое. Мне хочется вот так в лучах. И чтобы вы тоже видели. Видите, как мой хайлайтер блестит. Это мой любимый хайлайтер. Я другими не пользуюсь. У меня лежат крутые хайлайтеры, на самом деле. И Бека, я уже говорила. И Бэк, и Никс лежат у меня, и еще, то есть у меня есть видео отдельное, целая коллекция хайлайтеров, там их очень много, но я пользуюсь одним, который продается в моем магазине. Не знаю, почему он мне нравится, потому что там три цвета. Я, кстати, стала ими румяна красить.
просто вот румяна, и еще это розовым крашу румяна, как румяна, как скульптинг немного. А потом самым светлым еще делаю хайлайтер сверху. Так что видите, какая я вся блестящая. И вот посмотрите. Солнышко, любой свет на вас падает, ваше лицо всегда светится. Светится сиянием. И если кто-то еще не знает, что у меня есть шоурум и что там продаются разные приколюхи, то под видео, под любым моим видео, если вы заглянете, там будет ссылка на мой магазин или мой шоурум в Инстаграме. Ссылка прямая, что вы можете просто по ссылке пройти, даже если вы не зарегистрированы в Инстаграм, все можете увидеть. Хайлайтеры всего лишь по 350 рублей. Это целая палетка, состоящая из трех. Хватает? Очень надолго. Пока что они есть в наличии, но их каждый раз разбирают, и потом мы ждем. В общем, пока есть все. Ну и вообще очень много теней, всякие палеточки, помады мои любимые. В общем, вот так. Обязательно заходите. Я поехала. Крошеньки мои, хаврошеньки. Я, кстати, 2 дня не снимала влог. Не выходила из дома. Потому что холодно на улице. Не кайф. Сегодня вышла получить посылочку, пришло мне от Гипюр очень много вещей. Там вообще должны, там должна шуба быть, там должно быть пальто крутенское. Я прям в ожидании все. Для магазина также набрала там. Короче, покажу. Сейчас иду, хлеб закончился. Вот что меня может вытащить из дома, это желание вкусняшек каких-то вкусняшных и желание хлеба. Ну, не просто хлеба, а просто я ничего не могу есть такое. Знаете, там икорку я хочу, супчик там. Ну, короче, я все ем с хлебом. Я люблю хлебушек, и поэтому, если его дома нет, а бутербродики, извините меня, как-то я могу выйти из дома из-за желания хлеба. Так. Кстати, досматриваю уже свой любимый сериал. Это «Карточный домик». Один из любимых. Вообще, какой бы сериал я ни начала смотреть, они все становятся любимыми. Потому что если я досмотрела его до конца, там уже первый сезон, второй, то значит это крутой. А так, какие-то сериалы, они бывают с первой серии у меня не заходят, я себя не насилую. Вот. Короче, все хорошо. Все замечательно. Вот он, какой большой мешочек пришел. Я даже его боюсь раскрывать. Столько времени всего, так что сначала покушать. Что вы думаете, я делаю первым делом, как зашла домой? Первым делом, если я купила продукты, я их складываю в холодильник. Потом мою руки, быстро переодеваюсь, потому что дома я люблю в нормальной одежде, комфортной находиться. Потом я подготавливаю свой любимый сериал, бегу на кухню, делаю всякие себе вкусняшки, беру так тарелку в охапочку, включаю сериал и ем. Я люблю кушать и смотреть что-нибудь любимое. Сейчас, кстати, покажу свое любимое блюдо. Сейчас сделаю. Так, немного гречечки. Гречку я люблю с мясом или с сосисками. В микроволновке сделала сосиски. Сейчас их порежу, брошу сюда и дальше покажу. Дальше майонез, кетчуп. Все это перемешать. И вот такой салатик у меня еще есть. Это я покупала у нас в кафе недалеко. Вкусный. Здесь, кстати, капуста, болгарский перец, морковка, зелень, огурчики. Очень вкусно. В общем, вот так это у меня выглядит. Это на самом деле блюдо, одно из моих любимых, но я давно его не ела, потому что гречку я вообще дома не готовлю, поэтому у меня круп нету, только если мама приготовила. Вот она мне сделала гречку, она была, и сосиски были. Ну, соответственно, я вчера съела, и сегодня, блин, тоже классное блюдо. Обожаю! Привет! Пацану решила состричь, видите, с висков чуть-чуть убрала и челочку чуть-чуть подстригла. Крику было. Да все, все, не буду ничего делать. А тут же в глаза лезла челочка. Купаемся вот мы, да, Дэнь? Купаешься? Любишь купаться, зай? Дэнь, помаши девочкам, скажи привет, девочки. А, ресничка моя, смотрите, какие ресницы. Крутец, да? Просто. Ресницам завидую твоим, Дэнь. Синяк проходит уже потихоньку. Дэнь, дай ресницы поносить. Ресницы дашь поносить, пацан?
Зачем тебе такие? Вот маме надо. Вот такой классный костюмчик взяла Деньке. С капюшончиком. Ну, он такой, знаете, вот как раз на весну. И брючки такие. И чуть-чуть как раз на вырост. Вот это вот размер уже 98 взяла. В моем магазине любимом. И вот сейчас еще этому племяннику покажу. Вот такой вот яркий костюмчик взяла уже своему племяннику. И брючки вот такие. Уже на 134, по-моему, рост там идет. Но он теплый, на сейчас, на зиму носить. Прям с начесом внутри. Ссылку здесь оставлю на вот эти все наряды. А сколько для девочек там всего? Сколько на Новый год нарядов? Просто море. Добренького дня! Только что я вышла из почты, забрала посылочки. На самом деле, посылочки из Джум. Да, посылочки из Джум. Все. Да, и с Алиэкспресс вчера еще пришли. В общем, я уже буду готовить новые сейчас посылочки с Джум. Пришли новогодние гобелены. Помните, в прошлый раз я вам показывала, у меня была елка такая. В этот раз я взяла вообще их 3 штуки, и мне очень вообще хочется фон сделать другой. Ну, в общем, увидите, все в Джум. И еще я отправила уже посылки победительницам. Я выставляю в Инстаграм в сторис победителей и ВКонтакте победителей. Вот все, кто участвовали в конкурсах моих, как бы ВКонтакте остается надолго, а в Инстаграме я в ленту прям, ну, то есть 24 часа держатся эти победители, и все, потом исчезают. И потом девчонки мне начинают писать, кто победил, кто победил. Но победительницы уже сразу же объявились. Вот, и я им уже отправила. Так что скоро будет следующий конкурс, ждите. Конкурсов будет много, потому что я хочу вас все время одаривать, и хочу, чтобы вы выигрывали от меня подарочки, что-то у вас было от меня. Да, скоро будет следующий конкурс. Так, и посылки отправила победителям. Так, сейчас еду домой. Ой, нет, не домой, сейчас у меня там одна встреча, а потом домой.